Генеральная прокуратура России дала признательные показания. В суд передано дело Эдуарда Габозова. Остинский офицер, гражданин России, обвиняется в государственной измене. Он якобы работал на грузинскую разведку. Следствием установлено, что Габозов по заданию спецслужб Грузии занимался сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну. В период с 2004 по 2009 годы он передавал информацию о количественном и качественном составе, местах дислокации передвижений войсковых подразделений Министерства обороны и погранслужбы ФСБ России в Цхинвальском регионе. Таким образом, Москва признала, что задолго до войны августа 2008 года российские войска находились в зоне конфликта. Тогда в регионе могли быть только миротворцы СНГ.